Ну, а сейчас давайте теперь я засниму тот самый проход в основной вокзал. Вот здесь видим табличка. Так, поезда дальнего следования. Там будут прямо камеры хранения электронные. А здесь мы поворачиваем направо и проходим через рамки. Так, и здесь мы видим кассы дальнего следования, поезда дальнего следования. Сейчас, по идее, как? А если я не ошибаюсь, мы выйдем именно на сам перрон прибытия, то есть откуда выезжает и куда прибывает. Ну да, вот он и есть. Так что как раз сейчас, я уж не помню, сколько раз я на этом месте был, часто просто выезжаю куда-то, и вот мы уже на перроне.